Ну что, братцы, Орсис. Орсис — первый наш производитель, который начал производить винтовки, боевые винтовки мирового уровня, дотягивать. Была масса нареканий, были рекламации, но... Я знаю, какие были рекламации. Да, конечно. Я поездил по массе спецподразделений. Были претензии к затворной группе. Разные были претензии. Но сейчас они практически все устранены. И, пожалуйста, что у вас есть новенькое? Давайте, рассказывайте нам. Начинаем. Мы снимаем программу правильно. Нам рассказывать ничего не надо. Да, начинаем. Первая новинка, которую мы представляем, это новый российский полуавтомат, так, который был спроектирован и изготовлен нашей компанией. Полностью? Полностью, да, с нуля. Все российское производство? Абсолютно. Прицел? Значит, прицел — это наш партнер компании ВТ. Тепловизион. Значит, данный карабин изготовлен в 308 калибре. Значит, ствол у нас из нержавеющей стали. Дульный тормоз-компенсатор тоже на резьбе. Можно ставить любые. Значит, регулируемый газблок. Там есть три режима, в котором штатный режим. Под разные типы патронов. Под разные, совершенно верно. Под затрудненный режим, когда пыль, когда зима. И полностью перекрытая заслонка, когда мы делаем, можно стрелять ручной перезарядкой. Ручной, да. Перезарядка. А, магазин у нас отъемный на 10 патронов. Угу. Можно установить любой штатовский магазин на 20 патронов. То есть они взаимозаменяемые. Абсолютно верно. Клавиши затворной задержки мы можем спроектировать слева и справа. То есть сейчас она только слева. Мы можем также обоюдно сделать заменяемый. Под заказ. Под заказ, без проблем. Клавиши сброса магазина также может быть слева и справа. Двусторонние. Да, то есть под левшу, под правшу, без проблем. Значит, предохранитель также двухсторонний, слева и справа. Значит, также мы можем ручку перезаряжания без проблем переставлять, что слева и справа. Двусторонний. Да. Карабин на данный момент, заявленная кучность 1 угловая минута, прицельная дальность до 800 метров, вот, вес сейчас 4 килограмма. А ну-ка давайте мы ее попробуем, сейчас я с вашего разрешения возьму. Друзья, ну он и правда весит 4 килограмма, прицел еще, но операбелен прекрасно, прикладистый. Качество изготовления, ну в принципе по качеству изготовления, по внешнему корпусу вообще никогда проблем, вопросов не возникало никаких. Вы когда, он уже есть, о, тут вы сделали по манере М16, М4, да? Совершенно верно. А вот, как мы можем здесь и справа, и слева все это сделать? Значит, за основу брали арку все-таки? Много что брали за основу, но все-таки пришли к выводу, что нужно изготовить собственно. То есть мы с нуля вообще полностью изготовили. То есть он спроектирован с нуля? Да. То есть здесь оригинальный УСМ, масса усилия 1,5 килограмма, тоже наш собственный. Вот. И все внутренние части, которые мы сейчас пока что не разглашаем, потому что идут испытания. Вот. Когда он уже будет? Первый квартал следующего года. То есть начало. Ребят, ну он легкий, и патрон 308 прекрасный патрон, очень его люблю, 308 патрон, до 800 метров он реально очень качественно работает, если хороший боеприпас, плюсом, ну такая легкая тактическая снайперская винтовка, которая, ну, под свои функции, там работа до 800 метров, там в городских условиях, она прекрасна. Ну мне внешне очень нравится, посмотрим, давайте мы... Дождемся, пока оно у вас пойдет в серию, приедем и отстреляем. А, да, значит, ждем вас. Вот так вот. Что еще у вас есть? Дальше интересно, давайте сюда. Пройдемте. Вы нас долго ругаете. Вы бы слышали, что я говорю про калашников. Ну, не знаю, нет. Вы смотрите мои программы. Мы говорим правду. Если я говорю, что мне люди жаловались на затворную группу, на нее жаловались. Сейчас не жаловались. Нам нет, нам чуть-чуть жаловались. Мне жаловались постоянно, я об этом и говорю. Сейчас устранили. Они могут жаловаться еще куда-нибудь. Вы на меня не давите, я снимаю. Я свою работу делаю, вы делаете свою, вы делаете качественно. Хорошо. Я всегда вас, всегда говорил, что вы молодцы, потому что вы первые, кто начали их делать. Трындеть могут все, а сделать сейчас все потянулись. Сейчас появляется, но вы были первыми, и вы задаете. Поэтому критику воспринимайте как разумную. Вот и все, поехали. Что это у нас такое? Значит, данная винтовка называется F-17. Так. Это первая модульная снайперская винтовка. То есть мультикалиберная. Мультикалиберная, да. То есть здесь возможность смены калибров от 308 до 338. За счет, чуть-чуть будьте добры, чтобы Мишечка... За счет быстросменного ствола. Значит, установлены три винта, быстро откручивается. Система крепления как байонет, то есть легко поворачивается. Ну, поворачивается, вынимаете. Быстросменная личинка. Для того, чтобы сменить, необходимо заменить личинку, сам ствол быстро и магазин под данный калибр. Все, значит, наши тесты показали, что она впитала себе самое лучшее качество Т-5000, то есть кучность ее составляет не более 0,5 угловой минуты, полугла. При быстросменных стволах
ноль практически не уходят. То есть над последним тестом ноль вообще не уходил. То есть поменяли калибр, все, и она так точно работает как печка. Прекрасно. Сколько у нее вес? Вес на данный момент 7 килограммов в полном обвесе, без прицела. Это без прицела. Ну, в принципе, для снайперской винтовки она как калибр у нас 3.38 лапова Magnum. Да, то есть 338-й, 300-й винчестер Magnum, 308-й это уже для либо городской работы, для теста, либо 338-й это уже для работы именно на дистанции. На дистанции, так точно. Она в серию уже идет, эта винтовка? Тоже, в следующий год. Тоже в следующем году. Ну что, мы ждем, когда они пойдут в серию, приглашайте нас. Да, друзья, обязательно пригласим. Винтовка, вот. Эта винтовка понравилась просто очень. Легкая, операбельная. Я бы с такой, конечно, пострелял. Давайте мы попробуем. Ну да, она весит своих заявленных 7 килограммов, не больше. Это вы уже, основываясь на опыте эксплуатации 5-тысячной. Да, просто сделали модульный мультикалиберный винтовку. Прекрасный прицел. Кто вам прицелы делает? Дедал. Дедал, да? То есть это не тоже флагманы. Да. Отлично. Друзья, мы продолжаем снимать наш спецвыпуск мужских игрушек. Спасибо, Орсис. Да. Удачи вам. Заходите. Обязательно увидимся. Да. Давайте в следующем году что-то еще лучше делать. Обязательно сделаем. Все, двигаемся дальше, друзья. Поехали.